всех гостей и подписчиков моего видеоканала. Сегодня мы с вами завершаем обвязку всего полотна пончо. Вот я уже тут половину провязала, чтобы показать вам, как оно будет смотреться в первом ряду. Итак, начинаем. Как мы обвязываем? Обвязываем столбиками без накида. Количество наших столбиков. Смотрим на участок, который мы сейчас с вами будем обвязывать. Сколько здесь исходных петель? Ну вот здесь у нас, например, 3 воздушные петли на этом участке. Мы будем провязывать 3 и плюс 1 петлю, которая у нас будет соединительная, вот которую у нас соединяет. Просто сюда мы не будем провязывать, а включим в состав на самом участке. Итак, приступаем. 4 воздушные, 4 столбика без накида. Раз. 2. Вот обвязали. Дальше смотрим на этот участок. Я вам выложила шпаргалку, чтобы вам удобнее было смотреть, сколько составляет столбик с накидом воздушных петель. Вот у нас, мы сказали, что здесь у нас столбик с 8 накидами, он приравнен у нас будет к 10 воздушным петлям. Значит, вяжем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 7, 8, 9, 10. И 11 у нас идет дополнительный. Вот мы обвязали. Дальше идут у нас столбик с 4 накидами. Он приравнивается у нас к 5 воздушным петлям. Значит, вяжем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять и плюс 1/6. Дальше у нас идет столбик с 6 накидами. Это приравнивается к 8 воздушным петлям. Значит, вяжем 5-8 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и еще один. 9 столбиков без накида. Дальше продолжаем. Столбик с 4 накидами, он приравнивается у нас к 5. Значит, 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять и плюс еще 1. И дальше продолжаем вязание 4 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И вяжем из угловой петли, мы провязываем 3 столбика без накида для формирования нашего угла.
Вот, посмотрите, видите? Раз, два, три. И дальше идем вязать точно так же по низу нашего полотна. 4 столбика без накида. Вот. Опять на следующем участке провязываем 4 столбика без накида. Пропускаем вот эту воздушную петлю. На следующем участке провязываем 4 столбика без накида. Вот так у нас обрабатывается низ полотна. Угол. Сейчас я вам покажу. Специально достала свою старенькую пончо, чтобы вам показать. Вот видите, что мы сейчас будем формировать. Вот у нас такой должен получиться угол. Вот мы сейчас провязали из одной петли 3. И дальше тоже будем провязывать. И у нас сформируется вот такой вот угол. Второй и третий ряд обвязки вяжутся аналогично обвязке горловины. Сейчас мы с вами только разберем угол. Итак, обвязка. Столбик без накида, одна воздушная петля. Внизу в ряду пропускается одна петля, один столбик без накида. В следующий провязывается столбик без накида. Опять одна воздушная петля, пропускаем один столбик, следующий провязываем столбик без накида, воздушная петля, пропускаем один столбик, провязываем следующий столбик без накида. Дальше мы подошли к нашему углу. Итак, подошли к нашему углу. Теперь будем работать вот с 3 столбиками без накида, которые мы вывязали из угла. Итак, столбик без накида последний, который мы провязали, воздушная петля. В первый столбик без накида угла нашего провязываем столбик без накида, воздушная петля, во второй столбик без накида нашего угла провязываем столбик без накида, воздушная петля, и в третий столбик без накида нашего угла провязываем столбик без накида. Вот так мы провязали наш угол. И дальше опять воздушная петля. Следующий столбик без накида. Одна воздушная петля. Пропускаем один столбик без накида. В следующий провязываем столбик без накида. Воздушная петля, один пропускаем, следующий, и так до конца ряда. Вот так мы провязали второй ряд угол. Заключительный ряд. Обратите внимание, низ пончо мы вяжем обыкновенным рядом. Боковые стороны мы будем обвязывать спекушками. Низ у нас остаются здесь дырочки,
для того, чтобы мы к ним присоединили кисти. Итак, вяжем точно так же, как горловину, последний ряд. Одна воздушная петля, столбик без накида, одна воздушная петля, столбик без накида, дошли до нашего угла, одна воздушная петля, провязываем под воздушную петлю предыдущего ряда столбик без накида, одна воздушная петля. Так, здесь у нас 1, 2, 3, 3 под воздушную петлю, столбик без накида, 1 воздушная петля и столбик без накида провязываем в средний второй столбик без накида предыдущего ряда. Воздушная петля под воздушную петлю предыдущего ряда. Воздушная петля, в следующую воздушную петлю, столбик без накида. И, значит, вот мы связали угол. Теперь провязываем 3 воздушные петли под 2 ниточки нашего начала. Через них и через воздушную петлю мы протягиваем нитку. Пикушка. Воздушная петля. Столбик без накида под следующую воздушную петлю. Воздушная петля. Столбик без накида в следующую воздушную петлю. И опять 3 воздушные петли. Под начало, под 2 ниточки, опять протягиваем нитку, и нитку протягиваем также через воздушную петлю. Все, пикушка опять образовалась, воздушная петля, столбик без накида, под воздушную петлю предыдущего ряда, воздушная петля, столбик без накида. Следующий пику. В общем, вот так вот у нас образовался угол. И боковая часть понча у нас пошла с пико. А нижняя часть, повторюсь, у нас идет без пико. Вот в эти отверстия, которые у нас были воздушные петли здесь, мы будем привязывать кисти. Итак, после того, как мы обвязали весь контур нашего понча, нам осталось только по низу изделия привязать кисти. Вот я уже привязала. Сейчас вам покажу оставшиеся 2 штучки у меня специально для вас. Значит, обвязывать мы будем в самом последнем ряду. Я нарезала кисти. Там по схеме, посмотрите, длина кисти 11 сантиметров. Ну, я примерно, я где-то 10 сделала. Нарезала по 4 штучки. Сложила пополам. Последний ряд. Одну кисть закрепляем под воздушную петлю около нашей, по центру дорожки, а вторую кисть закрепляем под воздушную петлю вместо вот соединения наших дорожек. Итак, вот место соединения наших дорожек. Вот воздушная петля. Заводим крючок. Вытягиваем и
протаскиваем. Но пока я не затягиваю, я просто хочу выровнять. Все равно при всем желании у нас ровные длины не получается. Ну, примерно. Так меня устраивает. Я затянула. Теперь я пальцами разровняла. И ножницами примерно подрезала, чтобы у нас была одинаковая длина кисти. А вторую кисточку мы будем точно так же крепить. Под воздушную петлю, находящуюся напротив нашей дорожки. Вот. Под нее заводим крючок, вытягиваем нитки, протаскиваем через нашу петлю. Смотрим, длина устраивает, устраивает. Выравниваем. И еще. Иногда, если нитки, например, очень дорогие, и нужно изделие, чтобы смотрелось шикарно, богато, я просто потом эти кисти слегка расчесываю расческой, массажной. Они, конечно, получаются пышнее. Итак, вот наши кисти. С двух сторон по низу изделия. Так они у нас получаются.